ладиться, але вона груба. І пальцями ми не перетиснемо, нам треба її максимально втиснути туди, допустити. Тому ми перетискати будемо кулаком. Тобто запхали під пахву, максимально сильно притиснули, так, щоб перетиснути цю артерію. Я нагадую, тиск має бути 60 кг. Там і перша домедицинська допомога в ситуаціях, коли чоловік какое-то ранение получил, травма. И в ситуации обычно там потери сознания, эпилепсии и тому подобное. Мы составили так программу, в нее включили все пункты, которые чаще всего могут случиться с людьми на улице, причем не только взрослыми, но и маленькими.